крепость Платамонос находится на очень важной точке. Здесь проходили древности пути в сторону Афин. Поэтому здесь поставили крепость оборонительную, чтобы контролировать этот участок пути. Но высоко, сзади Олимп. Здесь жарко, растут гранаты, открывается потрясающий вид практически тоже на всю Олимпийскую ривьеру. Дени, comment ça va? Ça va très bien, merci. Це бачиш, Денис, високо в горах у Греції, у фортеці ростуть українські чорнобривці. Як ті чорнобривці поглянуть. Ну что ж, храбрые воины, мы будем стоять до конца. Мы не сдадим эту крепость никому. Do not climb on the walls. It is dangerous. What we do, we climb. И вот мы на самой высоте в крепости. Здесь, правда, предупреждают, чтобы туристы не лазили по стенам, что-то опасно, но... Чего же не сделаешь ради хорошей картинки? Сбрасывай смолу! Приготовь лучников! Эти ланнистеры совсем оборзели. Давай покажем. Это вроде как роспись или фреска. Наверное, церковь, алтарь был. Одиссей, возвращайся! Ну, это 13-я пушка. Так что, парни, если вдруг девушка вам назначила свидание возле 13-й пушки, вы не подумайте, что это она вас продинамила. Это просто надо ехать сюда, в Платамонос. Шевченківська липа. Лавровий ліс, а давай натирим. Пельмені будемо достати.